Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Doom Bat. Так, у нас 9-я миссия. Вот, ребят, что я с собой беру. Беру шипы, беру гарпун, токсичную капельную ловушку. Ну, сами понимаете, генераторы, заморозку, щупальцы, миньоны, стрелки и отравляющую вентиляцию. Поехали. Так, что у нас тут? Две принцессы. Так, ребята, одна дверь, вот вторая. Ну, вы поняли, да? Чем это все грозит для нас? Давайте, наверное, вот так вот все выставлять. И сразу же будем тогда выставлять вот здесь вот генераторы. Слушай, я надеюсь, они отсюда не попрутся. Тут слишком уж близко, мне кажется, да? Погоди, а почему? А, вот, вот оно что. Ладно, давай сюда. Наверное, второй генератор, ребята, я сюда поставлю. Ну и... давай, наверное, вот так вот потихонечку. Оу! Со всех щелей, да, как говорится, побежали. Ладно. Что мы можем сюда поставить? Ну, естественно, мы поставим сюда колья. Это само собой разумеющееся. Так, нам нужны, ребята, генераторы. И как можно больше. Блин, я не могу ловушку поставить, а, к сожалению. Давай тогда вот сюда ее поставим. А вот сюда мы влепим уже с вами гарпун. Опа-на! Они еще выше пошли. Ладно, давай поставим тогда вот сюда еще капельную вот эту ловушку. И щупальцы. Куда их влепить? Сюда, может быть? Так, паршивец, ребята, бежит. Бежит, 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 бежит. Давай мы сюда, наверное, поставим с вами миньонов. Я не знаю, что у нас получится из этого. Да ну, завязывайте, они еще и с этой стороны прут. Вы что, серьезно, что ли, вот так вот все? Блин, ты паршиво, на самом-то деле. Еще к тому же кто, блин, спасатель. Малибу. Ладно, хорошо. Давай, наверное, вот так вот поставим сюда гарпун. Надеюсь, он хоть как-то будет нам помогать. Куда он Куда ты перебежал, эй? Чувак, успокойся. Фу, еле-еле, ребят, подбили. Если он в эту дверь прыгнет, я так понимаю, он окажется вот здесь вот. Мне это не нужно, соответственно. Так, а тут-то у нас как, нормуль все? Нормуль. Я так понимаю, эту принцессу, ребята, никто не тронет до тех пор. Так, погоди секунду, дай-ка я вот сюда вот поставлю ловушку. Пускай все тут закапает этой кислотой. Так, нам надо вот сюда, наверное, поставить еще миньонов. И, наверное, я думаю, вот так вот все это дело заправить. Так, сюда надо заморозку поставить. Что-то мне не нравится просто, как все тут у нас происходит. Плюс гарпуны, да? Гарпуны, давай, наверное... еще вот сюда вот поставим. Не знаю сам, для чего это делаю. Но пускай стоит. Так, что это? Супермен тут с ума-то сходит, я не могу. Все, что ли? О, ребят, довольно быстро мы прошли с вами вот 9-ю миссию. Хм. Ну что же, тогда давайте приступать уже сразу к 10-й. Так, вначале нужно определиться. В самом низу принцесса. И в самом верху. Хо-хоу. Ладно, давай начнем с генераторов. А погоди, а как быть? Они куда будут идти? Откуда? Вот отсюда не пойдут? Что такое, не понял? Что? Так, началось, короче, да? Честно говоря, я не на это рассчитывал. Блин, смотри, что происходит. Так, и подожди, и как же мне тогда быть? Ну, предположим даже, да? Вот так вот мы поставим сюда. То есть двери... они забегают, да, в эти двери сейчас. Ну, по крайней мере, пытаться будут забежать. Единственное, мне непонятно, откуда они вылезут. Ты посмотри, что он делает, а? Он бомбит по щупальцам. Ни одного миньона у меня не осталось. Также он не отравился от этой ловушки, ребята. Давай тогда делать. Короче, в общем, ребят, расклад такой. Они будут сейчас заходить вот в эти двери. А куда уже эти двери ведут, я без понятия. Да и как-то слабо тут у нас, если честно, все это... будет происходить. Так, генераторы вырабатывают. Хорошо, ладно, предположим. Давай сюда поставим. Вот сюда гарпун влепим, еще один, ребят. Так, и конечно бы тут бы нам не помешала заморозка, я думаю. Вот так вот, пускай она здесь стоит. Естественно, щупальцы нам тоже здесь не помешают. Так, и самое главное теперь, ребят, понять, откуда же все-таки вот эти вот двери. Одни, наверное, скорее всего, ведут сюда, а другие вот сюда. Почему-то мне так вот кажется, ребят. Поэтому, где двери у нас есть, надо везде ставить, конечно же, ловушки, ребят. Так, предположим, да? И главное, чтобы здесь не было каких-нибудь там суперменов.
Серьезно вам говорю, потому что суперменам пофиг на эти лестницы, они просто летят, где им удобнее, как птички в небе, и все. Так, еще один генератор я поставлю сюда. Еще, наверное, миньонов с вами вызовем. Так, вроде бы неплохо. Вот сюда вот надо капельную, наверное, поставить. На всякий случай. Пускай, ребят, стоит, капает. Как говорится, им на нервы. Так, а мы с вами здесь абсолютно все будем заклеивать именно щупальцами кентакли. Нет, только не вы. Только не вы, блин. Твою же маковку, а. Ну вы видите, ребят, кто ползет сюда. Да-да-да-да, именно вот эти вот олухи. Ну и как? Ну давай, так попробуем. Черт, я, наверное, не успею, да, я их тут подбить. Мне кажется, что вряд ли у меня получится. Единственный вопрос остается, откуда они или куда они пойдут. А, нет, смотрите, ребята, я справился с ними. Отлично. Значит, этих мы забомбили с вами. Капельную, наверное, сюда еще одну поставим, да, на всякий случай. Фух. Так, тут у нас все пока хорошо, все отлично. Никого нету, как мы видим. И я спас, ребята, спас этих принцесс, точнее, не отдал их никому. И 10 уровень у нас пройден. Ну что же, мы с вами переходим... Куда-то мне сюда. Переходим на следующий, ребята. Уже пошли усложненные уровни. В данный момент это 11 этап. Так что давайте смотреть, ребят. Давайте смотреть, прицениваться, естественно, выбирая все. Я, наверное, всю игру, ребят, пройду вот этим вот стандартным своим вооружением, которое у меня практически изначально. С начала самой игры я ничего, ребят, больше не покупал себе. Да, как ни странно. Ну и последний, это у нас миньон наш. Ну что, ребята, 11-я миссия у нас. Поехали, короче. Снизу, сверху. Две принцессы здесь. Ага, понятно. Две принцессы у нас там. Давайте, наверное, мы... Так, секунду, а что нам тут лучше сделать? Ну, давай, наверное, так сделаем. И вот так. Генератор один, это мало. Нам нужно как минимум три генератора, наверное, здесь влепить. Так, ну что, он прыгнет сейчас на шипы. Блин, подожди, а что мне тут лучше сделать? Давай, наверное, вот так вот поставим с вами, да? Щупальцы. Под лестницу поставим еще шипы. Блин, этого недостаточно. Или до... Нет, он упал, ребята. Он отдуплился. Так, предположим, сюда вот можно еще вот так вот токсичную, ребята, ловушку влепить. Угу. Вот так вот, значит, да, получается. Хорошо, ребят. Слушай, ну миньонов маловато. Миньонов будет, мне кажется, маловато. Так, давай мы сюда вот капельную, наверное, еще поставим. Миньоны, главное, бомбите, расстреливайте этих всех олухов, чтобы они никуда тут не прыгнули, не пошли у меня. Так, инженеры тут еще, да? Так, инженеры, ладно, фиг с ним. Мы их подбили. Так, давай вот сюда вот поставим тоже этих олухов. Миньонов наших. Так, тут, надеюсь, ничего такого не будет сверхъестественного или неестественного. Так, тут тоже лестница, ребята, мне... Опа! Опа, пули, тихо. Что за выкрутасы, ребят, я не понял. Что за выкрутасы тут? Давай-ка вот так вот попробуем. Так, что здесь-то у нас происходит? Тут жесть какая-то происходит у нас, если честно. Так, пробуем шипами тут все заделать. Так, пока расстреливаем. Пока расстреливаем. Так, генераторы работают. Давай, наверное, вот сюда вот все эти ловушки поставим. Так, шипы, шипы. Да нафиг мне шипы. Давай вот сюда вот эти вот будем ставить. Так, смотрим, ребят, что у нас тут происходит. Они проходят, да, или нет? Пока нет. Пока все у нас, ребят, под контролем. Но это пока. Давай вот сюда, наверное, капельную поставим, да, ловушку. Смотрите, видите, они когда бросают свои вот эти вот бомбочки, они сразу, ребят, ликвидируют все мои ловушки, блин, вот этими бомбами, слизью этой фиговой. Поэтому это нехорошо для меня. Очень, блин, нехорошо. Так, давай попробуем вот сюда вот еще отравляющую вентиляцию поставить. Эй, полетел вниз головой. Так, хорошо, ладно, смотрим, что у нас тут, ребят. Опа, опачки. Друзья закадычные, пошли. Смотри, видишь, откуда они прут уже? Так, давай срочно. Со всех щелей теперь побегу, да? Ну-ну-ну, так оно и есть, ребят. Так оно и будет. Давай обязательно сюда шипы поставим. И заморозку. Я не должен им позволить, ребята, пройти дальше.
Так, шипы, шипы, везде шипы. Все пускай будет у нас в шипах. А сверху-то там бегут? Нет, сверху пока никого нету. Все тут пока чисто, ребят. Так, это у нас... Это последний, по-моему, вражиной ползет, если не ошибаюсь. Да, ребят. Фух. Что тут? Что это мне там? Какую-то анчивку я получил, по ходу дела, да? За спасение двух принцесс сразу же. Так, ну что, ребята. Это была у нас 11-я миссия. Поехали на 12-ю миссию. Да-да-да, все будет по стандарту. Никаких излишеств. Они нам ни к чему, ребят. Так, щупальцы. Берем вот это вот и миньона наша. Ну что, ребята, 12-й у нас с вами уровень. 12-й уровень. Так, вот здесь, наверное, да, скорее всего, они будут. Ладно, хорошо. Так, что нам нужно сделать? Во-первых, надо поставить генераторы. Раз. Так, мы сюда, наверное, влепим с вами гарпун один. Вот так вот сделаем. Так, генератора одного, конечно же, нам будет мало с вами. Этого будет очень мало, поэтому давайте так. Ё-моё, что это такое-то? Они... Эть, сейчас ловушку мою уничтожат, гадёныши! Да, вот так вот они, ребята, орудуют, олухи эти. Так, а если я вот сюда еще один гарпун? Два гарпуна, интересно, смогут справиться? Или нет? Я думаю, что должны, по идее, бомбить. Не по-детски. Так, давай, наверное, вот сюда еще поставим, да? Давай, давай, ага. Так, погоди-ка, погоди-ка. Смотри, что происходит, ребята. Они уже наверх уже пробрались. К принцессе. Но не тут-то было, да? Мы его подбили. Ладно, хорошо, отлично. Так, что этот олух тут делает? Строчит. Естественно, что он тут еще может делать? Строчит, конечно же, ребят. Что-то со всех сторон все это ползет, идет. Для нас вот это вообще не вариант, ребят, на самом деле. Что ты там подготавливаешь? Ага, ну предположим, вот как-то так, ребят. Здесь поставим шипы. Сюда вот заморозку влепим. Так, эти олухи идут наверх. Мне это не нравится, зачем они туда идут? Они идут для того... А, понял! Понял, ребята. Я, кажется, понял. Вот эта дверь ведет к принцессе. Ко второй, я имею в виду. Так или не так, фиг его знает, ребят. Наверное, так. Сейчас мы с вами это проверим. Так, если, конечно, тут кто-нибудь успеет пройти. Так, что у нас тут дальше? Ага! Слушай, вы достали лучнички? Говнючнички. Давай сюда, наверное, тоже миньонов, ребята, поставим с вами. Так, 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 подожди, подожди, подожди. Они идут наверх, да? Они идут наверх, ниндзя. Так. Не сдаемся, ребятули, не сдаемся. Давай везде с вами ловушек повтыкаем. Принцесса, ребята, принцесса у нас... погоди, погоди, я как-то не заметил, что... Нет, 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 не надо. Фух, мы успели. Слушай, так смотри, тут еще и этот летит. Ребят, Супермен, блин. Что получится? И один Супермен полетел через верх. Что не есть хорошо для меня. Понимаешь, да? Вообще нехорошо, ребята. А нет, он как-то через низ. Я не пойму, что он вообще тут мудрит. Хм. Ну, давай вот сюда поставим, мы предположим. Так, шипы влепим. Так, там, ребята, два спасателя ползут. Два спасателя. Я знаю, куда они идут. Они идут вот сюда. Они хотят, ребята, через верх пойти. Угу. Точно, так и есть. Давай заморозку сюда, наверное, поставим. Может быть, она хоть как-то их будет замораживать. Так, и вот генератор влепить я хочу сюда. Так, и вот сюда вторую, ребят, заморозку, на всякий случай. Так, что у нас тут-то происходит? Тут жесть какая-то происходит. Так, Супермен, ребята, прорвался. Он идет, ребята, он идет как сумасшедший. Давай миньонов лепим. Эй, подбили его или нет? Блин, смотреть-то некогда, подбили мы его там или нет. Потому что тут тоже, ребят, заваруха по полной программе идет, смотри. Так, тут Супермен погиб, отдуплился, короче. Фу, по-моему, это последний воин. Нет? Да, ребят, черт подери, ну и уровень, я вам скажу. Ну, прошли, тем не менее, ребят, мы с вами. Что же,
Давайте тогда попробуем, наверное, 13-й сразу, как говорится, на свеженькую, на горяченькую. Да? Получится или нет, не знаю. Так, выставляем все по стандарту. Давай заморозку. Так, секунду, секунду. Может быть, все-таки вот эту пушку поставить, Алиби? Давайте с этой пушкой разочек попробуем поиграть. Так, ну что, ребята, 13-й у нас с вами уровень. Так. Давай начнем с генераторов, наверное, мы с вами. Кстати, вот эту вот ловушечку мы сюда поставим наверх. Пускай она здесь потихонечку капает. Так, подожди. Нам нужно, ребята, с вами акулу сейчас поставить вот сюда. Логично? Я думаю, что логично. Вот так вот, пускай она тут их поедает всех. Так, а мы с вами приступим к оборонке. Да? Вот сюда мы, наверное, с вами выставим миньонов. Ну, как минимум, тут должно быть, наверное, 4. Так, а успеем ли мы с вами выставить этих миньонов? Наверное, нет. Так, ну на него капает там вся эта фигня, как вы видите. Но дай-ка я, ребята, вот так вот сделаю. Защиту на принцессу, пускай она у нас будет под защитой, чтобы эти олухи тут слишком сильно и долго не радовались. Так, давай выставлять вот такие вот штуки. Щупальцы, естественно, ребята. Так, у нас с вами, блин, акулу я смогу, успею поставить? Как вы думаете, если постараюсь, наверное, должен, да? Ну, когда ты там накричишь это уже, господи, давай мне еще один крик души. Давай, ребят, вот сюда мы ее поставим, акулу. Пускай она здесь будет стоять. Так, далее что? Далее вот здесь мы, наверное, будем с вами расставлять ловушки. Кстати, нужны генераторы будут. Нужны будут нам генераторы. И смотри, что они делают, а, ребят. Посмотри, что они делают, а. Просто в наглую берут и бомбят. Берут просто в наглую и бомбят. Так, принцесса у нас, ну, скажем так, пока под защитой. Пока, ребята, под защитой. Так, что у нас тут? Миньоны, да, разбираются. Не знаю, надолго ли нас тут вообще хватит. Так, там наверху никто не тусуется, если что. Нет, ребят, по-моему, все пока четко, да? Ага, подбили мы этого говнюка. Так, акула съест, интересно, вот этого вот? Я не могу понять, в чем проблема-то вообще, а? Давай тогда вот сделаем так. Ядрить тебя на корень. Сколько у вас тут вражин-то этих? Ну... Вау, давайте, ребята, ракетницу эту используем. Потому что, ну, слишком уж дофига тут вражин накопилось. Так. Нормуль, да, пока? Давай выставлять акул. Так, моя принцесса пока, ребята, по-прежнему под защитой. Слушай, а почему? Смотрите, кто-то еще один остался. А где он? Я не вижу никого. А вы видите? А-а-а, Супермен! Ребят, Супермен, собственно, персоны летит. Смотри-ка. Давай-ка мы вот сюда, наверное, шипы с вами выставим. От гарпуна здесь вообще никакого толка не будет, да, ребят, я так понимаю. То есть, если мы сейчас справимся, то мы пройдем этот уровень, так? Подожди, а почему я не могу больше поставить? В чем проблема-то? Ребята, в чем, блин, проблема? Почему я не могу... Есть! Фух! Ребята, чудом просто с вами мы здесь успели спасти. Вы видели, как он просто снимал защиту, этот Супермен? Ну что, дорогие друзья, давайте на этом будем закругляться. Нам останется всего лишь пройти 2 уровня, и игра будет пройдена. Причем полностью, да? Смотрите. Здесь все пройдено, пройдено, здесь пройдено. Ну, а это, ребята, просто бонус моды, поэтому его проходить не обязательно. Ну, все, всем пока, всем удачи, ребята, и до новых скорых видосиков.